Я жительница Краснодара. Здесь и родилась. И всю свою сознательную жизнь я слышала о том, что нужен и необходим пешеходный мост, соединяющий улицу Гаврилова и 40 лет Победы. Вот уже прошло полжизни у меня, а я только эти разговоры и слышу. А моста как не было, так и нет. А сейчас прям назрела необходимость постройки данного моста. Потому пешеходного что... перехода. Пешеходного перехода, да, спасибо за уточнение. Город разрастается, появляются новые жилые комплексы. Центр города, который уже не новый, построился новый жилой комплекс «Арбат» на Гаврилова и Шаумяна, Рашпилевской. И как было бы здорово, если бы была возможность очень быстро, буквально за пару минут, оказаться практически в другой части города. Мне кажется, что это разгрузило бы и транспортную систему нашу, и в целом улучшило бы ситуацию в плане инфраструктуры, потому что город разрастается жилыми комплексами, а ни пешеходные зоны, ни автомобильные дороги не становятся шире и не появляются как бы новые. Думаю, что нужно поддержать инициативу активистов, которые собирают сейчас подписи в поддержку постройки данного пешеходного перехода, чтобы администрация города все-таки обратила на это внимание и как бы наметила или включила в план хотя бы создать проект, просчитать его стоимость и как-то разговаривать с людьми. А вы как считаете? А я, Альберт Александрович Гаймян, находясь за кадром, считаю, что действительно надземный пешеходный переход через железнодорожную станцию «Краснодар-2» жизненно необходим городу, тем более его должны были построить еще 3 или 4 десятилетия назад, и не только его, еще должны были автомобильный мост построить, который соединял бы улицу Гаврилова и 40 лет Победы. Но, в принципе, сегодня речь идет пока только о пешеходном переходе, он действительно необходим, и поэтому я думаю, что мы, горожане, должны сделать все, что от нас зависит, чтобы своими подписями, своими видеосюжетами обосновать администрации города, что мы за то, чтобы этот мост появился, пешеходный переход. Пусть посадят чуть меньше цветочков, пусть поменьше ремонтируют центральные улицы, которые так в порядке. И я думаю, что в принципе для города найти деньги для строительства пешеходного перехода это не так уж и сложно. Мы же в городе живем, а не в колхозе. Совершенно верно. Надо поддерживать именно имидж города. Вот-вот. Все? Да.